У тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя – Страж. Наша миссия – расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митч. Ты с нами? Ну, понятное дело, что с вами. Итак, всем привет, ребята. С вами Аджай. 8 глава. Прохождение Call of Duty. Продвинутая война. Страж. Нужно пробраться в особняк Айронс. Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Штаб-квартира Стража. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Это все, конечно, круто, бля. Особняк Айронса. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Не двигайся, противник слева. Я тебя убью. Ты у нас всегда знаешь, за кого. Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. Подожди, пока он подойдет поближе. Мы сделаем из них. Ладно, Митчелл. Центр безопасности у них сзади. Митчелл.
Так, я так понимаю. Герман в увольнении. Блять, да что такое? Откуда не заметили, блять? Хорошо, иди на крышу. Загружай. Пошел. Отлично. Взял их камеры под контроль. Убирайся оттуда. Дроны ожили. Назад на крышу. Быстрее, Митчелл. Кормак, мы вошли в систему. Без происшествий. Митч, встретимся в кабинете Айронса. Илона, ты на часах. Вас поняла. Митчелл, давай на главный двор. Держись в тени. Кто-то прилетел к Каренсу в гости.
Блять, вот эти дроны, конечно. Все. Вообще возможно. Подаю. Без понятия. Дело в его международном статусе. Подаю. А он считается одновременно. Матч. Какой хрюндель, блядь. Блядь, этот дрон уже достал. Блять, заметили. Чёртовы дроны, блять. Умно, блять. Так, пока сигнализация включилась, можно, наверное, быстренько сюда смыться. Отлично. Тихо. Опа. Отлично справился, Митчелл. Спасибо. Ты нашел Айронс или как нет? Это его стол. Начали. Это его стол. Начали. Атлас. Начали. Я что-то нашел. Нокс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс,
у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Это стволы у него старенькие. Эту колонну упустить нельзя. Наш пропуск в ангар. Конвой совсем рядом. Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хапни их канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Пошел. Здравствуйте. За рулем Джет Бог. Внизу доктор Беллами. Едем на встречу с мистером Майерс. Минуточку. Отлично. Все в порядке. Мистер Айрон подождет. Хорошего вам вечера. Беллами? Докс, проверь имя. Уже занимаюсь. Беллами псевдоним доктора Пьера Данва. Доктор из кого? Селон. Я думал, он в нее в камере Атласа. Я тоже. Нокс, доложи об этом. Я не знаю, что здесь делает Данва. Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Вас. Мистер Айронс ждет вас. Готовы. Пошли. Вперед. У нас приказ. Что в этом контейнере у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банке. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Повторяю, идет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Палубная команда, готовьте к вылету. Что дальше? Мы идем за грузом. Кормак, груз в самолете. Ты не справишься. Скажи команде, кто читатель. Пусть будут наготове. Клади их быстро! Убрать их! Беги, Митчелл! Мы дотянемся! Готовь рук! Пошел, пошел, пошел! Блять, бегу, ёпта! Прям в воду. И все. Спасибо, ребят, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока.